Қымбатты отандастар, Қазақстан әлемдегі түрлі сынақтарға төтеп беріп, қарқынды экономикалық даму жолына бет алды. Еліміздің 2050 жылға дейінгі ұзақ мерзімді даму стратегиясы жүзеге асырылуда. 100 нақты қадам ұлт жоспары аясында біз реформаларды жүргізіп келеміз. Индустрияландыру саласын өркендету үшін жүйелі жұмыстар атқарылуда. Біз конституциялық реформаны жүзеге асырып, еліміздің үшінші жаңғыруын бастадық. Рухани жаңғыру бағыты бойынша кешенді іс-шаралар жүргізілуде. Цифрлық Қазақстан бағдарламасы жақында үкімет жағынан қабылданды. Уважаемые казахстанцы, сегодня человечество вступает в эпоху новой промышленной революции. Современные технологии меняют мир. Глобальные технологические сдвиги несут в себе как вызовы, так и новые возможности роста. Это наш с вами исторический шанс для ускоренного вхождения в число 30 наиболее развитых стран. 10 января, в среду, будет опубликовано мое ежегодное послание народу Казахстана. Оно посвящено развитию страны в условиях 4-й промышленной революции. Я вижу 10 основных задач, которые нам предстоит реализовать. Хочу коротко изложить их суть. Первое. Казахстанская индустрия должна стать флагманом внедрения новых технологий. Нашей промышленности нужно повысить уровень производительности труда через цифровизацию производственных процессов и освоение современных бизнес-моделей. Второе. Следует значительно улучшить эффективность использования ресурсного потенциала. Требуется внедрение информационно-технологических решений. Они позволят увеличить долю извлекаемых ресурсов, глубину их переработки, а также повысить энергоэффективность и экологичность производства. Үшінші ден, өнеркәсіп кешенін жаңа технологиялық деңгейге көтеру керек. Бұл ауыл шаруашылығында еңбек өнімділігі мен өңделген өнім экспортын түбегейлі арттыруға тиіс. Төртінші, транспорт пен логистикалық инфрақұрылымды одан ары дамыта беруіміз қажет. Цифрлық технологияларды енгізу мен интеллектуалды транспорт жүйесін құру жүк тасымалдау мерзімдерін қысқартуға және транзиттен түсетін табыстарды еселеуге мүмкіндік береді. Пятое. Применение современных технологий в строительстве и ЖКХ. Новые методы строительства, повышение требований к энергоэффективности зданий, интеллектуальные системы управления инфраструктурой позволят улучшить качество жизни казахстанцев. Ставится новая задача на каждого казахстанца увеличить площадь жилья больше, чем сейчас. Шестое. Перезагрузка финансового сектора. Меры по оздоровлению банковской системы должны сопровождаться усилением надзора и учитывать интересы простых граждан. Необходимо значительно поднять ответственность тех, кто владеет банками, и тех, кто управляет ими. Требуется расширить кредитование и обеспечить развитие фондового рынка. Седьмое. Новое качество человеческого капитала. Все уровни системы образования должны отвечать современным реалиям, потребностям экономики. При этом нужно повысить престиж профессии учителя. В здравоохранении применение новых технологий должно существенно улучшить профилактику и лечение болезней, повысить качество медицинского обслуживания. В 2016-2017 годах трижды государством повышали социальные выплаты. В том числе базовые пенсии выросли на 29%, солидарные на 32%, заработные платы работников здравоохранения увеличились до 28%, образование до 29%, госслужащих на 30%. Это очень хорошее было увеличение доходов в прошлом году. Как-то сейчас уже начали забывать, это было только через год, год назад всего. Эта тенденция будет продолжена. В текущем году расходы бюджета на социальную сферу увеличены на 12% и превысит 4 триллиона тенге. Базовая пенсия увеличится в среднем 1,8 раза с учетом стажа работы. Должностные оклады учителей, прошедших на обучение в рамках обновленного содержания учебных программ, вырастут от 30 до 50% в зависимости
от подтвержденной квалификации. Восьмое. Это эффективное государственное управление. Цифровые технологии позволят продолжить дерегулирование бизнеса, повысить качество госуслуг, господдержки, более полно учитывать потребности граждан. Будет расширена экономическая самостоятельность регионов и местного самоуправления. Девятое. Верховенство закона и борьба с коррупцией остаются приоритетными направлениями государственной политики. Десятое. Внедрение технологии Smart City позволит эффективно решать проблему растущих городов, повышать их привлекательность для инвесторов. Сегодня нам всем нужно сконцентрироваться на решении этих, названных выше, 10 задач. В полном тексте послания, которое будет опубликовано, они полностью раскрывают эти 10 пунктов и подробно, в понятном языке людям будет разъяснено. Надеюсь, вы ознакомитесь. Они подробно изложены. Құрметті қазақстандықтар, аталған міндеттерді орындау үшін бүкіл қоғамның бірлігі мен ынтымағы керек. Ол үшін үкімет пен әкімдер кеңінен түсіндіру жұмыстарын жүргізу қажет. Отанымыздың көркеюі, әркімнің жаңа цифрлық дәуір талаптарына сай болуына байланысты, осыны әрбір қазақстандық терең түсінуі керек. Қазақстанның жарқын болашағы жолында барлық мақсаттарға қол жеткізетінімізге мен кәміл сенемін.